Вы когда-нибудь задумывались, с чего это вдруг нормальному с виду человеку пришло в голову разъезжать на железной копии, так сказать, боевого африканского страуса, сметая все на своем пути? Оказывается, в недалеком будущем человечеству ничего больше не останется, как строить роботов-мастодонтов и гонять на них почем зря. Дело все в том, что наша раса раскололась на две противоборствующие стороны, которые принялись активно воевать друг с другом. Каждая миссия в игре начинается с брифинга, на котором командующий скрипучим голосом долго втолковывает, как плохо нынче живется и как нужно правильно защищать свою землю. В вашем распоряжении целый арсенал оружия и боеприпасов. Это и огнеметы, и пушки, и нечто под романтическим названием «Нова». И вот вы восседаете в кабине вооруженного до зубов робота-убийца. Что дальше? А дальше начинается великая война за передел мира. —